Добро пожаловать на стадион Фортресс. Команды разминаются. Тебе не кажется, что без Расты страйкерам придется нелегко, Мак? Это то, что я думаю? Ага. Ты точно не видел, как Раста забил тот гол? Ты же был там, братан! Я иду! Там был туман. Я не видел. Залитый мяч, больной капитан и отмороженные мозги. Класс! Ну давай! Не думай сейчас об этом мяче, Шейкс. Сосредоточься на игре. Танкеры против суперстрайкеров. Прямой эфир со стадиона Фортресс. Только что нам сообщили. Раста не выйдет сегодня на поле из-за травмы. Как ни странно, Тор тоже не вошел в основной состав, хотя он абсолютно здоров. И матч начинается. Тайгер отходит Убера. Янайн, Фонглас. Фантастическая комбинация. Шейкс рвется к воротам. Удастся ли ему то, что не удалось лучшим нападающим лиги? 100 миль в час. Удар по воротам. Конец первого тайма. А страйкеры по-прежнему далеки от победы. Раста! 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 Думаю, им правда нужен Раста, Мак. Угу. Но его нигде нет. Есть! Внимание! Захватить цель! Есть захватить цель. Да, Шейкс? Алло, док? Все в порядке. Данные были не повреждены. Ты сейчас рядом с мячом? Нет. А что? Приближаюсь к цели. За ним охотятся танкеры! Не бойся, я в соседней ком... Эй! Выпустите! Даже не думай об этом. Нет! Отдай! Отдай мне этот мяч! Не отдам! Как доктор, я советую себе отдохнуть. Капитан, ты очнулся? Все так обрадуются. Расскажешь нам, как победить катка? Да, но у меня условие. Валяй, капитан. Напомни, кто ты? Ты знал, что этот мяч наш шанс и пытался его украсть. Я, но это проще, чем украсть Расту. Лучше вы бы украли Расту. Да, да, с возвращением, друг! Рад познакомиться. А, да, Шейк сказал мне, мы же команда. Ужасная болезнь. Как меня можно забыть? Я очень хочу помочь, но... Но как я могу быть капитаном суперстрайкеров? Раста! 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 Раста!
Ну да, лучшее место все вспомнить – это здесь. Спасибо, Джеймс. Шейкс, бро. А? Настоящий Раста, говорит Шейкс, бро. Но сейчас его тут нет, ясно? Что, если возвращение капитана – тот самый волшебный эликсир, который так нужен страйкерам? Тогда ему лучше подействовать быстрее. Времени почти не осталось. Набирает обороты. Похоже, Йохан Убер зашел слишком далеко. Ты и твой капитан одинаково никчемные. Шейксбро! Дело в давлении, Шейксбро! Что он говорит? Это легко. Тут дело в давлении, Шейксбро. Без капитана суперстрайкеры кажутся растерянными. Ну, какой план? Прижать мяч. Гениально! Нет, то есть, все как раз наоборот. В давлении? Надави на мяч, и он полетит, как ракета. Где ты набрался этой ерунды? Танцующий Раста. Какой танцующий Раста? Он вернулся, Эль Матадор. Он назвал меня Шейксбро. Терять нам нечего. Кроме победы, да? Вперед, Шейкс и Эль Матадор. Время не ждет. Последний шанс. Это просто невероятно. И страйкеры побеждают. Каток пропустил мяч. Молодец, капитан! И ты тоже. Мы же команда, как раньше. Идем, ребята, пора домой. Надоело мерзнуть.